13 ноября 2023 год. Наш Сатурн, к сожалению, через дымку небо далеко не самое чистое. В прорехе между облаками рассматриваем Сатурн. Но Кассандры синоптики обещают нам буквально с завтрашнего дня, с сегодняшней ночи, заливные дожди на наши заливные луга. Проливные дожди, да, так, по-моему, правильно будет сказать. Поэтому будем считать, что это прощание на какое-то время с нашими газовыми гигантами. И я не про страдающих метеоризмом. И их не менее страдающих окружающих, а про Сатурн и Юпитер. Это у нас уже Юпитер, и должны мы увидеть 4 галилеевых спутника. Сейчас впереди идет Ганимед. Так, все. Ой, как все. Рыхленько. За Юпитером уже. Ну, я даже не знаю, вам его видно будет на экране. За Юпитером уже идет Ио, Европа и Каллисто. Троица. Сейчас уменьшу чуть-чуть светочувствительность, может, полосы увидим. Ну, да, что мы видим? Мы смотрим по факту через облака. Ну, ребят, только так. На этом все.